За плечами Екатерины Климовой три неудачных брака, в которых актриса родила четверых детей. Почему очаровательной актрисе так не везет с мужьями? Сегодня на канале «Сплетники». Мы же простые люди. Я считаю, да, что скромность, она, конечно, украшает любого человека. Неважно, звезда ты или просто человек. Я считаю, что, конечно, моим основным качеством и залогом успеха является скромность. Прости, Наташенька, мне нужно на поправку по гриму. Я не люблю людей заставлять ждать себя. Хорошо, хорошо. Со своим первым супругом Ильей Хорошиловым Климова познакомилась, будучи школьницей. Они закончили одну школу, после которой Катя поступила в Щепкинское училище, а Илья стал постоянным зрителем на ее спектаклях. Лишь после окончания училища Климова и Хорошилов наконец-то узаконили свои отношения. Несмотря на огромное количество предложений от режиссеров, в 2002 году актриса родила дочь. А через год на экраны вышел сериал «Бедная Настя», благодаря которому Катя стала знаменитой. Илье, который тоже пытался сделать актерскую карьеру, не понравилась популярность жены. Их брак начал трещать по швам, и супруги в конце концов развелись. После расставания Илья, ставший известным ювелиром, делал попытки вернуть жену. Он задаривал Катю подарками и даже угрожал расправой, но она была непреклонна. Но прежде чем рассказать о том, почему она не захотела вернуться к юношеской любви, напомню, что у нас есть группа в Инстаграм и Телеграм-канал, где свежие новости шоу-бизнеса появляются более оперативно, чем на Ютубе. Заходите, смотрите, оставайтесь с нами, все ссылки под видео. А все потому, что к тому моменту у Климовой появился новый мужчина, актер Игорь Петренко, с которым она познакомилась во время съемок сериала «Лучший город Земли». В 2004 году Игорь и Катя поженились и прожили в браке 10 лет. Долгое время их считали одной из самых красивых пар отечественного кинематографа, а также идеальной семьей. За время совместной жизни Катя подарила мужу двоих сыновей. Но мало кто знал, какие страсти бушуют за закрытой дверью их квартиры. Я давно тебя люблю. Дело в том, что Игорь, постоянно занятый на съемках, редкие выходные предпочитал проводить дома, лежа на диване, а не посвящать свободное время общению с женой. Более того, снимаясь в сериале о Шерлоке Холмсе, Петренко пристрастился к спиртному, а потом и вовсе завел любовницу и перестал приходить домой ночевать. Этого Екатерина стерпеть не смогла и подала на развод. Правда, недолго она скучала в одиночестве. В 2015-м, несмотря на трех детей и разницу в возрасте в 8 лет, ее взял замуж молодой актер Гела Месхи. Вскоре у супругов родилась дочь Белла. Но, похоже, Гела, у которого всегда было много женщин, еще не нагулялся. Жизнь с женой стала его тяготить, и обаятельный артист завел роман на стороне. Поговаривают, что его любовницей стала актриса Катрин Асси. Узнав об этой интрижке мужа, Екатерина не захотела сохранять семью и привычно подала на развод. Сейчас Климова с четырьмя детьми живет в своем загородном особняке в коттеджном поселке Павлово и, похоже, не собирается ставить крест на своей личной жизни. Катя по-прежнему хороша и, вероятно, верит, что в конце концов ей удастся найти своего единственного мужчину. Будем надеяться, что ее личная жизнь все-таки наладится. Может быть, ей просто не везет? Или это судьба? Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии, следите за нами в социальных сетях и подписывайтесь на канал.